Приветствую вас. Основная ошибка заключается в том, что вы сводите понятие, вот понятие, да, невроза, вы сводите к только медицинским показателям. Вот. Хотя на самом деле невроз — это история далеко не только про медикаментозную историю, это про показатели очень, ну, очень мощно, это про показатели психологически. То есть это именно вот психологические показатели. Вот. Это так называемое вытеснение, ну, то, что Фрейд вот в свое время говорил, описывал. А вот. И, ну, вот так вот, если прямо говорить, то невроз надобно по старинке через через психоанализ. Но, конечно, через психоанализ в современном мире, ну, вряд ли вы будете заниматься, собственно говоря, неврозом, вот, но заниматься этим нужно, а психотерапию проходить нужно, вот, а не только вот, не только лечиться вот исключительно медикаментозно. То есть вот тут вот не очень, на мой взгляд, вообще понятна эта история про то, что вы, ну, только на физиологию обращает внимание. Вот. Физиология — это психосоматика, и по большому счету, как вот считают некоторые психологи, например, представители трансактного анализа, что болезни — это как раз таки проявление психосоматика. Вот. Честно говоря, сложно возразить что-то, но тем не менее. Вот. Поэтому, соответственно, на психологическую историю и нужно вам обращать внимание на ваши травмы, проблемы, запреты. То, что наиболее важно, то, что наиболее ценно, то, что наиболее уязвимо, скажем так, к неврозу, из чего и состоит невроз. А у меня вот опять же такое ощущение здесь возникло, что вы не очень понимаете, что такое невроз. Невроз — это, вот если прям очень грубо сказать, то невроз — это вытеснение, ну, важных для человека моментов. Невроз — это вытеснение важных для человека истории. Невроз — это именно что обесценивание этих вот вещей. Понимаете? Вот. Ну, опять же, у меня есть такое ощущение, что вы вот как будто бы во всем этом, да, отчёт себе не отдаёте. Вот. А это очень важно. Вот. Так что такой вот момент. Да, вот можете воспользоваться проективными методиками, можете воспользоваться психотерапии, да, то есть, ну, вот, лечебная беседа, что называют, вот, можете воспользоваться толкованием сновидений, как это делают, ну, опять же, некоторые коллеги для выявления,
ну, по их мнению, вот, опять же, мы здесь не будем, да, мы не будем здесь как-то оценивать эту всю историю, ну, вот, ну, тем не менее. Вот, ну, на этом все, я думаю, можно закончить мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи.